Хей-хей, с вами Zooplay. Сегодня я вам покажу 4 пасхалки на карте Dead Us 2 в Counter-Strike Global Offensive. Давайте посмотрим. Первая пасхалка находится на базе террористов. Данные иероглифы в переводе с арабского означают «Гордон Фриман был здесь», что является отсылкой к Half-Life. Вторая же пасхалка находится в Суициде. Она появилась после матча Фнатиков против Team Envis. Давайте посмотрим матч. A last nanosecond kill, and look at the guns. Four AWPs, Fnatic. They're ready to shoot some ducks as they cross the middle. It was at this moment that Nathan knew he fucked up. It's gonna be a challenge, and Apex not in this lifetime. He is destroyed. Следующая пасхалка нарисована на гусе. Гус – это имя создателя нашего любимого Даста II. В честь этого данную позицию так и назвали – гусь. Это даже не назовешь пасхалкой, но я все равно включил ее в выпуск. Вам не кажется, что два окна и иероглифы похожи на смайлик? Ну а если вам понравилось видео и вы хотите больше пасхалок только уже на других картах, то поставьте лайк. Ну а если вы впервые на моем канале, то обязательно подпишитесь. Ну а с вами был Zooplay, всем до встречи, всем пока-пока.